Теперь очный прием сотрудниками управления соцзащиты будет проходить в здании МФЦ на Юбилейном проспекте. Для посетителей будут работать два окна, номер 20 и 21. Прием будет производиться по предварительной записи. Уже мы приняли, человек, наверное, 20 уже приняли с учетом двух окон. Вопросы разные задаются, соответственно, и время рассчитывается по полчаса от 10 до 30 минут на человека в зависимости от вопроса. На приеме можно будет проконсультироваться у специалистов по интересующим вопросам, получить справку, а также составить заявление. Это создано для того, для удобства жителей. Более того, у нас многие государственные услуги сейчас осуществляются в проактивном режиме, то есть без подачи заявления. Есть комплексные услуги, которые также назначаются в проактиве. Среди таких самых известных – это региональная социальная доплата. Записаться на прием можно будет на официальном сайте территориального управления, также по номерам телефонов, которые вы сейчас видите на ваших экранах.